Данила Ралакжанинов учится в первой школе в 10 классе. Больше всего юношу интересуют гуманитарные науки, русский язык, литература, обществознание, история. В свободное время Данила любит посвящать тоже учебе, решать олимпиады, узнавать для себя что-то новое. В будущем планирует свою жизнь связать с политикой. Победа в межрегиональном конкурсе стала для юноши неожиданностью. В марте этого года я принял участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России». Мое сочинение прошло школьный этап, муниципальный и региональный. Для меня было неожиданностью узнать, что я стал победителем в Северо-Западном федеральном округе. И 22 сентября я со своим учителем русского языка Жилиной Светланой Валентиновной ездили в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения в резиденцию полномочного представителя президента в Северо-Западном округе. По окончании церемонии мы отправились на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу. В Красном зале резиденции полпреда президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге чествовали победителей в категориях 7 и 10 классы, студентов организации среднего профессионального образования, а также их педагогов и наставников. В торжественной обстановке Даниле Валакжанин был вручен диплом и ценный подарок. Основная поддержка учителя русского языка Светлана Валентиновна была вместе с юношей и также была награждена. Данила справился со своей задачей на все 100%. В прошлом году он окончил основную школу с отличным аттестатом. Мальчик очень отзывчивый, интересующийся, откликающийся на любые предложения, любые задания, решающие любой сложности. Мне удалось заглянуть в то сочинение, которое Данила представлял на конкурсе. Работа достойна уважения. Хотелось несколько раз перечитать. Настоящие патриоты, гордость не только города Великий Устюг, но и Вологодской области. Виктория Врабия, Максим Колосов, новости провинции.